сейчас мы пройдем сырый начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 12 месяцев, кличка Рада. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство. Все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Наше видео также принимает участие наши модели-котики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Саня, за место. Саня. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Ко мне». Команда «Ко мне» – это сложная дальняя команда. На первом этапе отрабатывайте в уединенных местах без посторонних раздражителей. Мы сегодня снимаем наше видео с сильнейшими раздражителями для собак – это котами. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. «Ко мне». По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. «Хорошо, ко мне!» – повторили команду, огладили, дали лакомство. «Гуляй!» «Ко мне!» «Хорошо, ко мне!» – повторили команду, огладили, дали лакомство. «Гуляй!» «Красавица, восточница!» «Ко мне!» «Хорошо, ко мне!» – повторили команду, огладили, дали лакомство. «Хорошо, рядом!» Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. Рядом. Красавица. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже двух раз в неделю в утренние чем-часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рада. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку расстояния также будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание, команда «Хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «Хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, красавица. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Команду «Место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «Место» от «Сидеть», «Лежать» или «Стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение. Сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рада. Рядом. Хорошо. Очень перспективная сука. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Хорошо, рядом. Хорошо. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком после дрессировки, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Ко мне». «Ко мне». По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. «Хорошо, ко мне». Повторили команду, огладили, дали лакомство. «Хорошо». Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Красавица. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место.
То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 12 месяцев, кличка Рада, свою работу окончила. В нашем видео также принимали участие наши модели курики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Instagram, Кинолог, Слайм. Будем рады помочь вам в дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Красавица Рада.